Всем привет! Весь этот год я непрерывно путешествовала и побывала в десятках отелей в разных странах. В этом видео поговорим о Турции. Я назову 5 отелей, где у меня было лучшее все включено в этом году. Я разбила их по категориям и в каждой выделила фаворита. Это уже стало моей новогодней традицией. Прошлогоднее видео о моих любимчиках собрало большое число просмотров и позитивных откликов. Я надеюсь, что и это видео поможет вам спланировать отдых в Турции в 2024 году. Первый отель в моем списке – Commodore Elite Suites and Spa. Именно здесь я встретила Новый год. Отель работает по концепции «Ультра все включено 18+», здесь не размещают детей. Его единственный минус – высокая цена на отдых. Но, на мой взгляд, она на 100% оправдана. Недаром туры в него почти всегда раскуплены. В отеле Commodore Elite современные номера. Высокий уровень комфорта поддерживается даже в стандартах. Фишка отеля – возможность забронировать номера с джакузи на балконе. Отель подойдет для спокойного, респектабельного отдыха в Турции. Тут есть открытый бассейн, спортивные площадки и шоу по вечерам. Хотя любители активного отдыха могут покататься на водных горках, вынесенных в отдельную зону. Commodore Elite расположен на первой береговой линии в Сиде. Мягкий песочек, плавный заход, пляж тут отличный. Огромный плюс отеля – продуманный до мелочей сервис. Сотрудники внимательны к гостям повсюду, в том числе и во время отдыха на пляже. Отель находится в Сиде, на спокойном курорте Турции, который славится красивым променадом у моря. В систему «Ультра все включено» входят местные и импортные напитки. Питание в этом отеле Турции максимально разнообразное. На шведском столе всегда огромный выбор горячих блюд, есть европейские сыры, интересные закуски, рыба и морепродукты, отличный выбор фруктов. Отдых в Commodore всегда запоминается. Недаром у него так много престижных наград и отличных отзывов. Прекрасное место для отдыха в Турции без детей. Прежде чем перейти к следующему отелю, я хочу поблагодарить вас за вашу активность под прошлым видео. Ваши лайки и комментарии мотивируют меня снимать новые обзоры. Кстати, их накопилось уже немало. И не только в Турции, но и в Египте, Эмиратах, Таиланде и других странах. Если вам нравится то, что я делаю, поставьте лайк этому видео. А если вам нравятся страны, в которых я бываю, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного. Seven Seas Hotel Blue – отличный вариант для молодежного и семейного отдыха в Турции. Тут подумали о том, чтобы каждому туристу было комфортно. В отеле свежие номера с достойным наполнением. В них очень приятно находиться. А местные горничные – просто волшебницы. Seven Seas Hotel Blue отличается огромным числом зеленых насаждений. Повсюду разбросаны бары с напитками и закусками. А сервис тут настолько продуман, что заказывать коктейли можно, не вставая с шезлонгов. Здесь на 100% чувствуешь, что находишься в 5-звездочном отеле Турции хорошего уровня. В отеле Seven Seas Blue есть активные и тихие бассейны, а также множество спортивных площадок и вариантов для проведения досуга. Анимация в отеле современная. Тут можно пострелять из ружья, заняться джампингом. Молодежи тут точно будет не скучно. В этом отеле хорошие вечерние шоу. Туристов часто развлекают профессиональные артисты. Для детей здесь и вовсе настоящий рай. Пожалуй, тут лучший мини-клуб из всех, что я видела в отелях Турции. Расписание активностей действительно интересное. Еще один бонус в отеле Seven Seas Blue – большой аквапарк с хорошими горками для всей семьи. Тут даже есть река для рафтинга. Так что в этом отеле будет особенно весело отдыхать.
Питание в Seven Seas Hotel Blue – это разнообразный шведский стол с большим выбором мяса, рыбы, морепродуктов и сезонных фруктов. Напитки здесь как местные, так и импортные. В отзывах туристы часто пишут, что Seven Seas Blue – это настоящие 5 звезд в Турции. Я с ними согласна. Единственный его минус – расположение. За пределами отеля почти некуда сходить. Ну и вход в море тут не идеальный – песчано-галечный. Хотя сам пляж отлично оборудован. Тут большое число лежаков, симпатичные беседки, волейбольная площадка и снэк-бар с полноценным обедом. Туры в Seven Seas Hotel Blue обычно раскупают на год вперед, но попытаться сюда попасть все же стоит. Многие туристы очень его хвалят и называют своим любимым отелем в Турции. В номинации «Лучшая инфраструктура» в этом году безоговорочно побеждает гигантский пятизвездочный резорт «Камелия Коллекшн». Он занимает площадь 240 тысяч квадратных метров и состоит из трех отелей. Туристы могут пользоваться всей территорией без ограничений. Я жила в корпусе «Камелия Селин». Номера тут не шикарные и не самые современные, но все же приятные и с хорошим наполнением. «Камелия Коллекшн» может похвастаться отличной инфраструктурой. Тут все, что нужно для активного отдыха в Турции. Я делала обзор отеля зимой, когда кое-что было закрыто, но это ничуть не испортило впечатление. Здесь туристам доступны полноразмерные футбольные поля и беговые дорожки, тренажеры, отличный аквапарк, теннисные корты и многое другое. Анимация в отеле активная, современная, разнообразная, в том числе и детская. А по вечерам в разгар сезона здесь проходят красочные шоу. Туристы могут бесплатно посещать банный комплекс, плавать в крытых и открытых бассейнах. Кстати, их тут целых 12. «Камелия Коллекшн» находится на первой береговой линии. Отелю принадлежит роскошный песчаный участок пляжа в Сиде длиной 500 метров. Летом тут работают бары с напитками и закусками. Еще один плюс – красивый променад, пролегающий между отелем и морем. В отеле «Камелия Коллекшн» работает 10 ресторанов, 8 закусочных, 12 баров и 3 кофейни. Питание здесь разнообразное – алкоголь, местный и импортный. В разгар летнего сезона в Турции туры сюда не дешевые, но вне сезон можно поймать очень приятные цены. Еще один пятизвездочный отель в Турции с концепцией «все включено, только для взрослых» – Sunprime Sea Lounge. Только цены на туры сюда заметно ниже, чем в отель «Комодор», о котором я рассказала ранее. Sunprime находится рядом с оживленным центром Аланьи, но все же чуть в стороне от городской суеты. Тут современные свеженькие номера, обставленные с большим вниманием к деталям. У этого отеля почти нет территории. Во дворе находится один бассейн и бар. В холодное время года тут тихо и спокойно, а летом бывают и пенные вечеринки. В лобби часто звучит живая музыка, а по вечерам проходят приятные шоу-программы. В отеле есть бесплатный банный комплекс, крытый бассейн и хорошо оборудованный тренажерный зал. А вот активной анимации не предусмотрено. Шведский стол превзошел мои ожидания. Далеко не каждый городской отель в Турции может удивить туристов таким качеством питания. Выбор здесь не огромный, так как отель все-таки маленький. Но зато всегда есть рыба, морепродукты, современные блюда вроде салатов с авокадо и киноа, отличный выбор фруктов.
Еще тут есть ресторан а-ля карт, снэк-бар с хорошим выбором фастфуда и кофейня. Минус этого отеля – не самый удачный пляж. Он песчано-галечный, а на входе в воду есть подводные плиты. Но отель позаботился о гостях и оборудовал пирс для комфортного захода в море. Здесь выжили максимум из возможного и даже получили за это престижную международную награду «Голубой флаг». Цены на туры в Sun Prime Sea Lounge не завышены. Это хороший вариант для отдыха в Турции без детей. На сладенькое я оставила главную находку этого года – бюджетный пятизвездочный отель My Home Resort. В 2024 году бюджетными в Турции могут считаться отели, в которых можно отдохнуть по цене менее $100 за ночь на двоих. В мой заезд было вообще 75. Мне попался номер без реновации, но в этом году отель активно обновляли. После моего обзора многие подписчики сюда поехали и рассказали мне, что жили уже в новых номерах. Территория отеля My Home Resort компактная, но используется грамотно. Тут несколько бассейнов, есть как активные, так и тихие зоны. В отеле 5 баров, в кофейне предлагают хороший кофе и десерты. На радость детям есть даже несколько водных горок и игровая зона в воде. Для маленьких туристов тут вообще много интересного. В мини-клубе всегда проходят игры и мастер-классы. В отеле можно бесплатно играть в настольный теннис и футбол. Аниматоры тут никогда не бывают сонными, все время развлекают туристов. Также тут есть тихие зеленые зоны для уединенного отдыха. My Home однозначно заслужил жирнющий плюс за питание. Я давно не видела такого выбора в бюджетных пятерках. А тематические ужины всегда превращаются в настоящие праздники. Тут не скупятся на морепродукты, рыбу, мясо и фрукты. Такого ассортимента порой не увидишь даже в более дорогих отелях Турции. Даже промежуточное питание в My Home заслуживает отдельной похвалы. Любители вкусно поесть на все включено точно будут довольны. Минус лишь в том, что отель находится на второй береговой линии. Правда, многие туристы говорят, что это незаметно, так как до моря можно дойти за 5 минут по тихой тропинке. Переходить оживленную дорогу не нужно. К самому пляжу в Афсаларе нет ни одной претензии. Он считается лучшим в Аланье. Мягкий песок, чистая вода, хорошая инфраструктура. Тут все отлично. Я бы с удовольствием вернулась в этот отель. Здесь предлагают качественный all-inclusive за разумные деньги. Это был мой топ-5 отелей в Турции. Есть ли у вас свои любимчики? Если да, дополняйте мой список в комментариях. Я уверена, что это будет полезно другим туристам. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю путешествовать как можно больше. До новых встреч!